В Актюбинской области прошедшие сутки для службы 103 выдались неспокойными. Дежурные бригады обслужили почти вдвое больше вызовов, чем обычно. За помощью к специалистам обратились 1500 человек. В основном жители региона жаловались на признаки острой респираторной вирусной инфекции, слабость, температуру, кашель. Кроме того, в больницу были доставлены двое горожан с ножевыми ранениями, а также женщина, которая пострадала из-за пожара. Еще двое актюбинцев неблагополучно скатились с горок и получили легкие травмы. Ожогов от пиротехники зарегистрировано не было. У нас раньше, например, за сутки было 760-800 вызовов, сейчас 1500-1400 вызовов. На бригаду идет нагрузка, но мы успеваем, стараемся обслужить все вызовы. По области работало 52 бригады и 40 бригад по МСП работало.